чьего имени вы говорите, пришельцы? Все вы чересчур молоды. Мы люди Земли и говорим от имени нашей планеты. Я вижу, что вы люди Земли. Но кто велел вам говорить так, а не иначе? Мы не можем говорить иначе. Мы здесь частица человечества. Каждый из людей Земли говорил бы то же самое, только, может быть, в других выражениях или яснее. Человечество? Это что такое? Население нашей планеты. То есть народ? Понятие народа у нас было в древности, пока все народы планеты не слились в одну семью. Но если пользоваться этим понятием, то мы говорим от имени единого народа Земли. Как может народ говорить без ведома законных правителей? Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение? А что вы подразумеваете под термином простонародье? Неспособную к высшей науке часть населения, используемую для воспроизводства из самых простых работ. У нас нет простонародья. Нет толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное через суммирование мнений. Для этого есть точные машины. Я не понимаю, какую ценность имеет суждение отдельных личностей, темных и некомпетентных. У нас нет некомпетентных личностей. Каждый большой вопрос открыто изучается миллионами ученых в тысячах научных институтов. Результаты доводятся до всеобщего сведения. Мелкие вопросы и решения по ним принимаются соответствующими институтами, даже отдельными людьми, а координируются советами по главным направлениям экономики. Но есть же верховный правящий орган. Его нет. По надобности в особых обстоятельствах власть берет один из советов. Например, совет экономики, совет здоровья, совет чести и права или совет звездоплавания. Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, что общение народа Ян-Ях с вами принесет пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. Я отказываюсь принять звездолет. Возвращайтесь на свою планету анархии или бродяжничайте дальше в безднах вселенной.